Привет, зритель, мне кажется, я так давно не рисовала, тем более на эту камеру, я не знаю, как будет ракурс, но как-то будет. Эти палочки совсем не лимонные. Ой-ой-ой, хотела показать, но они уезжают. Ладно, хватит. Меня сюда пепел накапал. Ух ты, блин. Или еще какая-то хренотень. Может перевернуть ее тогда? Тут, наверное, будет под карандаш подойдет. Пока тут прыгала с бубном. Ну, кокосовая бумажка. Помолимся какому-нибудь Богу, чтобы у меня нормально все вышло. Ну и надеюсь, человек меня не съест за то, что я его тут на камеру рисовать решила. Фух. Так давно я это не делала. Ну, кого там черт принес? Так, не спать. Ну, наверное, поставить, чтобы он не спал долго. В тот раз я это делала с очков. Да, не видно, что я рисую, да? Сейчас попробуем по-другому. Но все равно верится. Хошь не хошь, не видно. Ладно, хер с ним. На другой стороне, наверное, было бы лучше стёртая работа, ладно. Делить моего лица на три части, я так забыла, как это делается. Вот прикольно, если тут ни хрена не выйдет.
Она простит меня, эта морда лица. Я вспомнила, как одна зрительница хотела, чтобы я ее нарисовала. Я даже помню лицо, но что-то у меня так и не сложилось. Я, может, закрою сейчас, чтобы они там не вопили, эти деточки. Ну, типа, намек на руку, да? Я забыла, что ногти черные. Я даже поняла, где у меня косяк на прошлом рисунке, но мне лень его доделывать. Ну, в смысле, где должна быть тень? А, ну, в принципе, видно с этого ракурса. У него пациента, по-моему, какая-то слегка пухлая лапа. С учетом, что он вроде как не колобок. Я, конечно, просила морду лица немного другое, но, по-моему, это чисто не рассчитано было, что это буду рисовать. Где у нас там эти губы начинаются, мать их? Нос как давно не рисовала тебе? Ну блин, здесь этот второй глаз практически не видно. По-моему, я опять напортачила. Подобный нос я уже где-то видела.
Учитывая, что полморды лица это волосы. Называется, не знаешь, как морду лица нарисовать, делай волосы. Что у нас тут остенькое есть? Ледоненький. А, тут же пирсинг мотива. Хотя куда
Если вы левша, то тушевка вам обеспечена. Нет, у меня вот этот голос. По идее, я эти очки уже рисовала. Ну, это было как рисовать нос, трындец. Что-то мои соседи были быстро с гулянки-то вернулись. Я с магазина перлась, они мне на встречу попались. Я думаю, сейчас приду, можно порисовать. Так, очки на одной линии. Ну, где-то тут, наверное. Сейчас выйдет какой-нибудь Джон Кабель. Вот будет весело. Там где-то чёрная брошь должна быть. Он кого чёрт принёс? Дуля, что ли? Дуля. Такое предложение в говнах-то? Ну я-то при чем тут? Что так усложнили? Это не ко мне претензии. Так, там глазик видно. А очки слишком большие сделала, что ли? Основная часть была в очках. Ой, блин. Я где-то тут что-нибудь. Прости, чувак, больше одного глаза.
Я этот зеленый еще не трогала. Почти по-моему косые. Может, потому что я на камеру рисую, мне поэтому херня получается. Да, видимо, тут, наверное, синий к синему городу. Какой-то цвет. Это что? Маму твою, чувак, бабушку и деда. С учетом, что никто меня не заставлял его рисовать, да? Что там описали, писали, пикнули, решили не писать. Не поняла, что тут прикол. Там флешка еще свободная. В смысле, есть что-то еще на флешке. Моя румпалка закончилась. Я так понимаю, тут этот мейкап глаз нифига подведенный. Там у человека очень интересные глаза. Так, по идее, тут должен быть один глаз. Что с тобой было, камера?
потемнее, наверное. Вот интересно, какого цвета он уверяет глаза. Говорит, не рисуй ферритом карандашом. Интересно. Ого. Так, а как у меня очки-то вот туда располагаются? Если они идут вот так. Что-то я туда тут тенем нахерачу. Что-то надо взять. А за что за цвет? Так, и остались нам губки уточки. По-моему, в этот раз ни хера не похоже, но ладно, хрен себе. Так-с.
Вообще, мне на мой вопрос, можно ли это выкладывать, было сказано, ты же автор. Типа, что такого? Поэтому, если будет херово, то я даже спрашивать не буду. Мне только показывают. Что-то мне тут, по-моему, с поворотом башки не так. Нахера их так выкачивать? Ну да, не этого прикола. Так. Середина глаза, это начало рта. И как давно это было? Ну что, ты ваш второй глаз мы не видим? Тоже мне ту местами тут. Сейчас выяснится, что я не умею губки уточки, которые искусственно, естественно, вытянутые. Вот будет прикол. Такс, есть тут какой-нибудь более-менее устойчивый нож? Там на губки только нарисовать. Интересно, что он, по-моему, улыбается. Если меня после этого следят, то это будет оправдано. Так, тут еще один пирсинг. Пирсинг. Ну, где-то тут, короче.
какую-то родинку нахерачила каким-то образом. Так, тень надо не забыть сделать. В принципе, цвет можно прорисовать. Пиздец, однако, ну ладно. Сейчас мы поотучим стёрочку. Что-то так хреново поточилось. Интересно, слышал оно где-то? Это что у нас, черный? Красный, хрен знает какой. Все равно хреново. Ну, шпиритуй. Не слишком я крупную сделала. Ну что, вот оно уже все серо-буро-малиновое, о чем я говорила, если вы не в шаблон. Человек в этот раз то без глаза. Я его вроде вижу, но хер его знает. Глаз у него.
Ну, еще за счет того, что это мягкая акварельная бумага. Тут растушевка сама по себе уже идет. Так, мне надо помощь зала. Отправили помощь залу, не пойму. Могу лицо широкую сделать, что ли. Там еще шея должна Подвеска. Мне тоже хотеть такую цепочку, похожую на лапу скелетную. Ну как это ключ? Слишком широкая морда лица. Головос прихерочил, что ли? Что там, Юля, когда надо молчить, когда не надо всякую херню постить? Ну, я сделала не так. Что побольше? Там какая-то, блин, тень. Ничего там, черное чудо. Где там вообще нет? Чуть ниже очков. Ай, бля. Тут какая-то тень. Наверное, русский ключ нарисовать. Вон туда. Или узнает глаз это вообще? Или не глаз?
Может, наклон как-то не так? Нужно прямо вот так вот. Тупить эту светлую волосину. Нос. Блин. Не слишком меня близко за глаз присобачила. Так, это у меня что? Блин. Тоже ужал. А, тенега. Чем надо тенеги? Опять хэппи пут? Косточки же не раскирачены, да? Глаз.
Хоть заново гипсовые губы рисую, блин. Ну, нахрен с ним, всё не вышло не как надо. Где оно тут? Да, я тоже так думаю. Вот сначала вам говорят, что у него лицо широкое, а потом выясняется, что ни хера. Ну, хрен себе. Мы что-то назад делаем. И глаз не туда. Короче, Наполеончик не удался. Но, как бы это... Сейчас я свет верхний включу. Как тебя поставить-то, чтобы камеру видно было? Так, так. Вот так, наверное, да? О, блин. Ну, короче, как-то так. А, ну еще и зеркальная у меня, ёшкин кот. Как я тут переставить-то, блин? Не попадаю что-то пальцем на эту зеркальную херню. Так, куда поехала? Куды поехала, мама твою? Надо не забыть потом поменять.
на зеркалку, если на монтажке будет криво. Ну, короче, как-то так. Немного не похоже. Ну да. Хрен с ним. Я же давно вам не рисовала на камеру. Надо было, наверное, только шепотом говорить, но тут шепотом бы все равно не вышло. Так, куда оно? Так, как в кадр повестили. Как-то так. Финитре комедия. Пока. По скриптум, зрители, я немножко зеленого добавила. Мне подружка сказала, что проблема с челюстью, но я не могу понять челюсть. Тут не такая или в оригинале. Но я решила тебя заснять, что хоть я и сказала, что доделывать не буду, но вот это немножко прошлось. Короче, я подозреваю, что если еще добавлю что-то, то уже будет совсем другое лицо. Поэтому я тут как бы остановлюсь.